записано в Ленинградском доме радио в 1942 году. Нам от тебя теперь не оторваться. Одною небывалую борьбой, одной неповторимой судьбой мы все отмечены. Мы ленинградцы. Нам от тебя теперь не оторваться. Куда бы нас ни повела война, твоею жизнью душа полна, и мы везде и всюду ленинградцы. Мы не кичимся буднями своими, наш путь угрюм и ношу нелегка, но знаем, что завоевали имя, которое останется в веках. Да будет наше сумрачное братство отрадой мира лучшего навек, чтоб даже в будущем по ленинградцам равнялся самым смелым человеком. Да будет сердце счастьем озаряться у каждого, кому проговорят: ты любишь так, как любят ленинградцы. Да будет мерой чести Ленинград. Да будет он любви бездонной меры и силы человеческой живой, чтоб в миг сомнения, как символ веры, твердили имя верное его. Нам от него теперь не оторваться. Куда бы нас ни повела война, его величием душа полна, и мы везде и всюду ленинградцы.